патрульно-постовой службе 33 года. В честь этого события полицейские организовали спортивный праздник. Соревновались 5 команд. В одну из них вошли воспитанники детского дома номер 1. Полицейские дети состязались в беге на короткие дистанции, прыжках в мешках, перетягивании каната, дартсе. По многим показателям ребята оказались подготовлены не хуже сотрудников ППС. Например, лихо разбирали и собирали автомат. Подобные мероприятия полицейские для своих подшефных устраивают регулярно. Словом, не дают молодежи скучать. Мы еще возим детей в музеи. Вот недавно была фотовыставка работ сотрудников ОВД. И мы как раз детей тоже возили на эту выставку в музей. Также мы и к ним в гости всегда заезжаем, интересуемся, как у них дела. Потом нас они приглашают и на выпускной, и на Новый год. Также мы вот приезжаем, дарим подарки, беседуем с воспитателями, с психологами взаимодействуем.